Друзья, всем привет из парка Львов Тайган. Елена Желябова пришла навестить дикобразов. Посмотрите, друзья, какой здесь целый мегаполис дикобразов. Сколько домиков. И все, увидев Елену, сразу мчатся навстречу. Хотя некоторые вон еще продолжают сидеть в домиках, пригревшись там, прижавшись друг к другу. Но тем самым теряют возможность скушать побольше вкусняшек, потому что Елена всегда приходит не с пустыми руками, и вот уже полетели вкусные и полезные черносливы и другие разные вкусняшки. Вот уже и молоденькие подходят. Вон беляшек выскочил, белый красавчик, дикобраз. Дикобразы, вот, глядя на этого блондинчика, сразу вспомнилось с греческого языка. Это название похоже на щетинистых свиней. Вот так, такую характеристику дали дикобразам древние греки. Но на самом деле дикобразы живут во многих местах на нашей планете Земля. Даже индийский дикобраз встречается на юге Дагестана, а до последнего ледникового периода их можно было встретить даже на Урале, где нашли их окаменелые останки. Вот еще один беляшек бежит, красавчик. Интересная, конечно, здесь такая подобрана коллекция дикобразов разных возрастов, цветов. Вот малыш беляшек. В общем, наблюдать за этим вольером действительно интересно. Не зря говорят, что в парк Львов Тайган нужно приезжать, не экономя время, потому что иначе получится, как в той поговорке, галопом по Европе. Здесь нужно размеренно, не просто пообщаться, а еще и угостить. Вот тогда вот получаешь полное удовольствие от поездки в Тайган и такие самые яркие впечатления. Вот-вот, уже крупный дикобраз расставил иголки и в поисках таких суетливых следующих вкусняшек. Ну, конечно же, чернослив зимой – это деликатес. Вон, малыш какой беленький дикобразик, красавчик. Вот так вот, друзья, здесь в парке Львов Тайган можно действительно не просто увидеть дикобразов, а увидеть их вот в таком большом, я бы даже сказал, огромном количестве. Целый действительно городок дикобразов, как аллея енотов есть. В парке Львов Тайган тоже десятки енотов. И вот дикобразов тоже очень много. Огромное спасибо Елене Желябовой, что регулярно приезжает, навещает всех, угощает. А вам, друзья, большое спасибо за ваш интерес, лайки и комментарии. Пока-пока.